Вчера невозможно было этим раствором работать, потому что он за 10 минут схватывался, а за 3 минуты его приходилось выбрасывать. Второй раз замешивать нельзя. Сегодня мы его разбавили праймером. Ой, Женечка, я ошиблась. Ну, праймер, да, правильно. Правильно, да? На иностранном языке. Понятненько. Причем всего 100 грамм. 50 грамм, да, Женя? 100 грамм на пол-литра. На пол-литра. Чудесно штукатурка застывает быстро. Чудесно схватывается. Долгое время, да, Женя? Можно работать, в принципе, спокойно. Живучесть раствора увеличивается. Вчера в Гоглю десятки раз задала вопрос. Ну, рецепт там не давали как таковой, мы сами вышли на этот рецепт. Прямо скажем, что гипсовая штукатурка сохраняет свою жизнь дольше. Делаем зону гигиены. Воду умывали. Туда спрятали трубы. Теперь штукатурка для плитки. Ты понемножку замешиваешь, да? Можно больше даже замешивать. Ну да, теперь она же более живая стала. Дольше живет. Можно себе позволить больше замешать. Век живи, век учись. А? Я говорю, век живи и век учись. Везде нужны свои хитрости. Вот мы натянем. Отрезали себе правило по размеру. Орки, чтобы хорошо выправлять все праймер наливаем 100 грамм. 200 ты решил? Ну, я на 2 литра сразу завожу. А, на 2 литра. Будет штукатурки не 7 чашек, а 14 чашек. 7. 2 литра как раз на 7 чашек. На 7? Ты опять будешь 7 делать, да? Больше будет. Но делаю 14 на 14. Не хватает. В пульверизатор праймер заливаем. Так удобно грунтовать. Ваше здоровье. 4.
кухонные принадлежности полным ходом вход. Очень удобно. Да. Вчера шли из кондитерки, дырки заливали. Поставляем. Да, пускай подсыпает. Сохло. Трубы закрыли. Для раковины. Выгнали выше.